Здарова, игроманьяки, с вами Джейсон, мы продолжаем прохождение Uncharted 4, и нам сейчас нужно как-то спуститься за Сэмом. Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Эй, РПГ! Ты что, прикалываешься, что? Ты живой? Да! Давай, перекопно! Давай, давай, куда, давай, ух ты, ух ты! Это попа полный аншлаг. Иду! О, черт! О, черт! Кажется, мы их разозлили! Да ладно! Определенно! Сэмуэль, Сэмуэль, помоги, помоги. Давай. А то меня тут оглушило немножко. Я стараюсь. Вот гады. Да, он не умирает. Давай, 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 ползи, ползи. Неужели все, все патроны ушли? И только сейчас мы смогли добраться. Ой-ой-ой-ой. Происходит вообще просто такой жуткий эпик, что даже я не знаю, что и делать. Бежим! О, бред какой! Бегом! Помоги мне открыть эту дверь! Не тормози! Не тормози, Сникерс, не! Черт! Боже мой! Боже ж ты мой! Да ё-моё-то, а! Непруха! Ладно, попробуем ещё. Непруха. Так. Лезем, лезем, лезем. Опять ты. Эй, стой, стой. Надин, рад тебя видеть. Все, Манго, Манго. При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Ладно, это тяжелее, чем я думал. Но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти?
Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Неужели она хочет дать бой? Она хочет дать бой. Достал этот остров! Достал твой брат! Не достал! Не психуй, не психуй! Ой, Надин, снова рад тебя видеть. Вот это вообще Супермен Панч просто сейчас был. Ты шустрая, но недостаточно. От пули не вернешься. Надо выбираться, пока они... Эй-эй-эй, давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт... Сэмюэл. Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен, хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Не стрелять! Не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно! Ты уже победил, расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты! Мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмюэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать... сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив. И даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О,
Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейв? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь ошибку! О, Господи! Нейт! Эй! Нейт! Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. Вот так вот неожиданно все это обернулось, хотя мы с вами уже предполагали, что, возможно, так оно и будет. Братья Дрейка, правда, я не предполагал, что Сэма выпустил именно Райан. Но, тем не менее, так даже ужаснее. Сэм как-то действовал, конечно, в интересах семьи, но как-то это все было подло. Мог сказать и правду брату, но тогда бы Нейтан не согласился бы. Да, заперта. Ты все правильно сказал. Что предлагаешь, дружище? Где-то подсадиться, где-то пролезть? Это не сюда. Сэм. Я потерял. А, вот он. Какую-то. Ну. Давай с той стороны зайдем. Я разве против? Давай зайдем. Эй, Нейт, смотри, окно открыто. Точно. Так, иди за мной. Ну-ка. Нету. Давай руку. Вот ты-то высокий, а я-то не настолько. А мне придется ухищряться. Давай, Нейт. Как скажешь, старший братик. Сколько здесь всего? Да. Держи. У меня. Не странно, а стрёмно. А мы какую-то конкретную комнату ищем? Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Тут ничего. Ну ладненько, раз ничего, давайте. Может, найдем там, где будет чего. Вот какая-то записка.
Мисс Эвелин, меня зовут Кенчиро Наба. На прошлой неделе я был в вашей лекции в клубе «Путешественник», где вы говорили о своей последней находке в комплекте брони времен Токугавы, которую вы обнаружили на побережье Окинавы. Ваше выступление было совершенно изумительным, но вот вопросов из зала меня смутило. Я уверен, что признание и уважение за проделанную человеком работу не должны бла-бла-бла-бла. Примите мои извинения. Какая-то намба. Надо было повернуть его, что ли? Здесь закрыто. Так, ну где-то здесь еще же что-то должно быть, правильно? А вот куча книг. А вот еще что-то, какой-то ящик. И здесь ничего нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Сиганем вниз. И как нам их найти? Мамины тетради? А ты не помнишь? У нее они все были в белых кожаных переплетах. Да помню я, но чердак-то огромный. А в белых кожаных переплетах? Ну вот, а, один из них. Белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет, это не мамина. Но ты все равно молодец. Давай искать дальше. Слышь, Сэм, может, я сбрендил, но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да, стопудово подделка. Ха, разумеется. Да? Да. Ну окей, окей, давай еще посмотрим где-нибудь что-нибудь, может, найдем. Ну-ка, давай вместе. Готов? Раз, два, три, взяли. Ну, это уже как-то палево совсем. Ни хрена себе. Фараоны. Ого. Это саркофаги какие-то. Ага. Посмотри. Да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм, настоящие. Что это за место? Ну, надо узнать. Я думал, мы ищем дневники матери. А этот древнеримский. Третий, может, четвертый век. Знатки истории. Сосуды для органов. Клёво. Здорово, да? Сосуд для органов, блин. Карта. Японец сидит. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работы этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похоронены вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Спускаемся ниже. Да, прямо как в музее. Может, у них и динозавры есть? Не удивлюсь. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Это, конечно, все очень остроумно. Туалетная бумага не нужна никому. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клево. Да, велика вот тебе шапочка. Так, мы пришли на кухню.
Хотя, не факт, что это кухня. Эх, я б что хочешь отдал за такое приглашение. Давно не виделись, надеюсь, уже в этом году ты к нам заглянешь, Чарльз. Куда поедем? А? Ну куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну да. Так, ну... А ну-ка... Иди. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится... Шар голубой! Советский Союз. Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Еще разок. Англия. Посмотреть бы Виндзорский замок. Да, Сэм? Эй, я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Ага. Ладно, последний раз. Бразилия. Вот это другое дело. В тропических лесах полно неизученных уголков. И неизученных племен с отравленными дротиками. Да, и это тоже. О, это что? Эй, смотри! О, римские. А во мне. Жарко в нем. Так, ну что, мы либо идем дальше. Либо выходим отсюда. По-хорошему. Сам мешаешь. Ну, здесь ничего нет. Африканские маски. Что? Тут как минимум три разные религии. Опять еще одна ваза. И не одна ваза. А вот еще один дневник. Нет, это... Это книга. И как интересная? Вообще-то суперская. Она про первую женщину-европейку, побывавшую в Лхасе. Так, продолжаем. Ух ты. Стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Да любая будет получше. Мушкеты, слушайте, ну это покруче любого музея. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно. Можно почту изучить, которая тут накидана. Нет? Может быть, нет. Палево, я понимаю. Что-то там увидел рыцарей. Рыцарский доспех. Французский вроде. Вопрос, куда мы с тобой пойдем? Вниз, наверх. Сэм, руководил бы процессом, а? Еще одна записка. Они знали Амелию Эрхарт. Да ладно. Нифига себе у них друзья. Так. Слышал, что-то скрипнуло. Вот еще один. Еще один белый. Не-а. И что мы будем делать, когда найдем ее? Японский. Да, а герб-то узнал? Листья Алтея. Все, буду в японском ходить. Сейчас, не говори. Клан Токугава. Да, молодец. Представляешь, каково это, найти такой артефакт. Это письмо? Обрывок. Кто-то хотел все это купить, а они отказали.
Ну, денег им хватало. Ну ты заводить пластинку-то не будешь? Серьезно? Зашибись, давайте еще. Отлично. Так хоть повеселее. С каких это пор ты любишь классику? Извините, я человек разносторонний. Сейчас справа запилит еще за это. Ладно, мне кажется, маминых дневников будет. Пойдем-ка глянем, что там наверху. Закрыто. Заперто. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Ты где? Я тебя потерял, в общем. Точно. Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. Так надо что-то подставить? Или ты меня подсадишь? Дружище. Я что, так должен как-то залезть? Тут еще винтовая лестница. Посмотри. Ну, стоп. Опа. Фотик. Полароид. Неожиданно выпал. Походу работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Чумовое фото. Не теряй. Почти проявили, он просто бросил и все. Куда лезем-то? Куда мы лезем? Только не грохнись. Я постараюсь, конечно. Если что, лови этих драконов. Ну ладно, упал он и упал. Забей. Так. Врубаем фонарик и поползли. А потом уже изнутри откроем двери, чтобы пройти в эти комнаты. Так. Так, я залез. Можешь дверь открыть? Отсюда тоже не открыть. Посмотри, может там есть ключ? Кодеин. Куча таблеток. Может быть, он, конечно, и есть. Но пока я его не вижу. Эвелин, я надеюсь, что мне не придется отправлять это письмо. Я думал, что после того нашего разговора мои намерения были ясны. Я надеюсь, что именно твоя попытка связаться со мной
Пум-пум обнаружил, ты отправил моей дочери чек, я сказал, что выразил свое отношение к этому вопросу недостаточно прямо, недостаточно для тебя во всяком случае. Я не ждаю в своих деньгах, точнее, я не хочу брать твои деньги, я могу и сам позаботиться о своей семье без твоей помощи. Те крохи симпатии, что еще терпелись во мне, когда ты умерли в тот день, когда ты не соизволил даже появиться на похоронах отца. Некий Эдмунд. Кто же этот малыш? А вот и ключ, кажется. Нашел. Ну, давайте впустим Сэма уже. Ну, что там? Никаких дневников. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Ключ универсален? Ого. Море дневников. Ну, поищем. Печатная машинка. Может, это он? Не-а. Может, здесь он? Нет. Да что ж такое-то? Все они в белых обложках, и ни один из них не является нужным нам. Сэм. Нашел таки. Нашел что-нибудь? Вот они. Богатство? Ого, Генри Эвери, захват Ганки Савая. Как раз этим, видимо, наши ребята и заинтересовались. Что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но... Никто не видел. Это мамин почерк. Но определенно это мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно. Прости, Нейт. Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, ну вам надо портить жизнь двум пацанам? Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки, м? Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... Мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган.
Здрасте. Господи. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий... Это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться. Как и от многого другого. Извините. Старушечья болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает, может, однажды вы закончите то, что она начала. Вот черт! Значит, вы сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли? Значит, сможете сами и выйти. М? Да. Ну-ка. Спасибо. Вы извините нас. Все, давай, Нейт. Пошли. Вам плохо? Господи. Нет, 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 нет. Эй! 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 Сэм? Если не везет, то не везет во всем. Все, надо что-то сделать. Да, надо что мы сделаем? Нельзя что мы можем сделать? А что ты мы можем сделать? Давай, надо бежать, если копы увидят нас тут с ней. Нейт! Надо бежать! Быстро! Да уж. О, черт! Окно! Окно, быстро! Они ломают дверь. Ты пойдешь наверх, ты со мной. Подожди. Так. Блин. Я-то не могу так. Ух ты. Черт. Давай, давай, залезай. Дрейк, ну, ё-моё, в чём дело-то? Сэм, я держу, прыгай. Я прыгаю, держи. По трубе, давай.
главные ворота, ясно? Потихоньку. Хорошо. Ты живой? Эй, там! Не двигаться! Бегом! Сюда! Оторвем! Огонь не будут открыть, я надеюсь. Мы уже не на крыше. Руки на голову! А ну стоять! Давай! Давай, давай! Обманули дурака на 4 кулака. Беги со всех ног! Вы себе уже хуже делаете! Ну, скорей! Я не подмогу! Уже вызвал! Последнее предупреждение! На землю! Руки за голову! Попался! Вот черт! Сейчас будешь детей стрелять. Я почти ушел. Беги! Уходи отсюда! Черт! Они уходят! Помойка, быстрей! Сейчас. Куда-то я не туда побежал, в общем. И нас вот здесь вот резуректили. Залезай, погнали! Ну что, держишься? Вроде все. Давай передохнем немного. Да? Ну и ночка. О, да. Она... Так. Слушай меня. Мы ни в чем не виноваты. Эта старуха была, короче, больна. А ты можешь жалеть ее, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют, а ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьезно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага, копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так, я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. Но прежде... Не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново. Под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. А что касается фамилии... Мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе. Далеко пойдем. Что скажешь? Натан Дрейк. После этого все изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай не дергайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму, если не по очереди, то вместе. И
когда я его потерял. Ну, или думал, что потерял. Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж все. Но это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Прием, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остается спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты все-таки с нами? Ну, еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт, ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, эй, а сокровища? Забудь. Черт с ним. Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп, то есть его долг... Побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом. Ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Опять. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Будешь должен. Ладно, продолжим мы с вами в следующей части. С вами был Джейсон, канал Тайм Геймс. Всем удачи и пока. Туда Рейф забрал твоего брата. Сокровища где-то там. Надо только спасти Сэма, пока они их не нашли.